37-й серии сериала «Красная зона» Заславский заявляет Сергееву, что Хлебников должен вернуться в больницу в качестве хирурга. Сергеев просит Ларису поговорить с сестрой, чтобы та уговорила Ивана остаться. Заславский предлагает Алабиной возобновить отношения, но Эльвира отказывается. Мария и Алабина сталкиваются у дома Хлебникова. В больницу поступает Константин Мельников из службы «Муж на час». Его привозит девушка, у которой он получил тяжелое поражение током. Вскоре в приемном покое оказывается и его жена. Посмотреть очередную серию вы сможете 26 апреля.